Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в солнечном городе Астрахань, где сегодня на стадионе «Центральный» начнется второй круг нынешнего сезона, сезона 23-24 в лучшей лиге мира. «Волгарь» принимает «Ленинградец». Второй матч грядет между этими командами в нынешнем сезоне. Бригаду арбитров полноценно давайте представим. Герман Коваленко ее возглавляет. Он из Казани. Помогают ему Андрей Гурбанов, Артур Тиракьянс, резервный арбитр Богдан Головко, инспектор матча Роман Лихачев, здорово отыгравшим прошлый сезон за текстильщик. Но это было во второй лиге. Микошин, подача, удар! Это было опасно. Это было очень опасно. И, наверное, это самый опасный момент у гостей за весь первый тайм. Кстати, про Жиронкина и текстильщик. Виталий Жиронкин являлся игроком «Волгаря». И потери есть и у одних, и у других. Атака через правый край. Подача Лесников. Удар с отскоком от газона. Удар, наверное, худший из возможных избрал Дмитрий в данной ситуации. Не пришлось даже Карабашеву в игру вступать. И это самый реальный шанс «Волгаря» на гол, который возник на последней минуте первого тайма. Для того, чтобы до мяча добраться. И заметим, что пока все поодали от вратарской. Вот сейчас подача, удары выше ворот. Ой, какой момент. И снова все это было очень близко к голу. И снова уже как будто бы не везет ленинградцу. Густав Микушин, если не ошибаюсь, был у нас три атаки. Да. Он самый. Возможно, это ответочка Сергею Павлову. Как знать, хорошо открывается Горулев. Классный прострел, внимание, удар шведка и гол! И кто забил? Андрей Яковлев! Он забивал примерно с этой точки. И удар вот такой шведкой. Причем я бы даже сказал, что удар был из числа вполне отразимых для Адоевского. Твое мнение? Сложно сказать. Возможно, ему помешали. Свои же причем. Защитники, да, с этим трафиком. Отсюда будет хорошо видно, я думаю. И там первые два тура судьи терпели. А вот на третий начали уже... Контратака в это время. И удар вот такой. 2-0. 2-0 гости. Виталий Жиронкин забивает. Он празднует этот гол. Очень легко вертикально пробежались через пустую опорную зону. Виталий Жиронкин. Второй гол в нынешнем сезоне. Сольный проход. Его никто не встречал. Втроем просто его окружили и сопровождали, словно кортеж к штрафной площади футболисты «Волгаря». Далее низом удар, на который очень сложно было среагировать. Еще и мяч скакал рядом с рукой у Адоевского. И, конечно, действие в этой контратаке от футболистов «Волгаря», которые на своей половине поля все-таки находились. Хотя тут и слева тоже способен в обороне сыграть. Дальний удар, Кленкин. Нет, правее. Зуев. Прострел, рикошет и мяч в сетке ворот. Вот так забивает сегодня «Волгарь» за 12 минут до конца основного времени. В этой игровой ситуации именно Илья Зуев, и удалось ему мяч доставить в штрафную. Далее рикошет, смутивший Карабашева. Причем, по-моему, мяч еще от штанги отскочил, прежде чем попытался до него дотянуться голкипер ленинградца. Давайте еще раз посмотрим уже финальную фазу. Да, не совсем было понятно, как эта атака развивалась. Именно голкиперу сложно было что-либо вообще предсказать. Повезло «Волгарю», и таким образом отставание сокращается вдвое. Подальше мяч, естественно, Карабашев будет закидывать в ожидании финального свистка, который прозвучал. Ленинградец из Ленобласти одерживает победу в важнейшем матче с прямым конкурентом в борьбе за выживание. Победу со счетом 2-1. Первая победа с 1 октября.